Всем привет! Сегодня получила вторую посылку с интернет-магазина Opthos. Первую распаковку посылки я вам показывала. И вот моя вторая посылка. Последняя, так сказать. Заказ я делала в январе этого года. И вот сегодня, по-моему, 25 или 26 июня она ко мне пришла. Так, посылки я открываю плохо. Так, ну что ж, здесь у меня три хвойных растения. И будем смотреть. Итак, первая посылка мне пришла хорошего качества. Упаковка, упаковочные резанный материал. Так, ну вообще. Так. Значит, начнем мы с этой елочки. Это ель обыкновенная инверса. Вот так она выглядит. И почему-то я здесь вижу два растения. Третьего нет. Сейчас посмотрю по накладной. Так, инверса, да? Ну, приличного качества, смотрите. Горшок, конечно, не P9, это, по-моему, литровый горшок. Ну, хорошего качества, между прочим. Так, отлично. И это уже на штамбе. Горшок большой здесь, C5 горшок. Так, сейчас я вам покажу. Вот. Сейчас название посмотрю. Ну, чуть, конечно, примятые иголочки. И вот здесь мне, конечно, не очень нравится, потому что, смотрите, вот это все вырезали. То есть вот здесь ведь веток не хватает. Полностью вырезали. Хвоя осыпается. Здесь. Вот она, обрезка была. Да. Получается, вот эта сторона, она вырезана. Здесь вырезаны ветки. Так, теперь с этой стороны, смотрите, тоже вырезана полностью ветка, сухая. Вообще она сухая, вот она. Вот. Если видно, вот они хвоя, она полностью сухая. То есть вот эту ветку мне опять нужно полностью вырезать. Качество не очень мне нравится. Видно, что приросты есть. Так, сейчас посмотрим название. Так. Значит, это ель колючая, сорт Бурнюк. К сожалению, ели колючая глаука пендула нет. Ее вычеркнули здесь у меня. Видите, они приклеили. Растения, которые вычеркнуты, не прошли контроль качества перед отправкой. Денежные средства автоматически возвращены на ваш счет в магазине. Их можно использовать для оплаты новых возврат денег на карту. Осуществляется по письменному запросу. Конечно, я буду возвращать деньги на карту. Я очень хотела ель сорт Глаука Пендула, но, к сожалению, ее не оказалось. Очень плохо. Сейчас за такую сумму, когда я заказывала в январе, конечно, уже Глаукову Пендулу не куплю, потому что там цена возросла минимум в 1500-2000 на такие растения. Поэтому вот так. В общем, расстроена, честно вам скажу. Бурнюк мне не очень нравится.
это вот полностью ветка. Смотрите, она вся черная. Ну, вот это приросты, видно, что молодые. Вот. Но с этой стороны еще как-то нормально она смотрится. Но вот с этой, смотрите, что такое. Сейчас. Полностью лысая вот эта сторона. И то нужно будет опять-таки вот подрезать. Здесь подрезать. Здесь сломано. Вот она веточка. Сейчас покажу. Вот она, видите, надлом. То есть я вот эту уже часть уберу. Еще здесь порыться внутри нужно. Посмотреть, вырезать плохое все. В общем, я штамбом недовольна. Бруньком. Вот это нормальное растение. Прививка хорошая, между прочим. Все здесь сделано. Прирост тоже хорошие. Но все равно не особо я довольна. Потому что нету еще одного растения, которое я хотела. Вот такая, в общем, у меня распаковка. Я сейчас зачистила брунёк. Столько веток сухих убрала с маленького растения. Еще иголок очень много обсыпала сухих, вот таких коричневых. То есть я ее буду обрабатывать, прежде чем высаживать. Вот вечером я ее обработаю, конечно, от болезней. Вот. Ну, посмотрим, лишь бы прижился. Я думаю, здесь вот эта проплешина, она зарастет за счет новых приростов. Вот. Вот так вот. Все растения сегодня буду высаживать, когда жара спадет. Вечерком посажу. Место уже для всех готово. В общем, посылка, я не очень довольна. А больше всего я расстроилась, что нету голубой пендулы.